У нашего великого стратега Путина, конечно, много достижений, но самые выдающиеся, на мой взгляд, следующие. Правду и реальность он подменил дикой пропагандой. Увеличил границы с НАТО более чем на 1500 километров. Вогнал Россию в полную зависимость от Китая. Потерял более 500 миллиардов долларов в замороженных активах. Потерял европейский рынок, самый большой и самый прибыльный рынок нефти и газа. Потерял большую часть экспорта металла, леса и угля. Потерял огромное количество специалистов, активного и трудоспособного населения. Колоссально увеличил отток капитала из страны. Потерял рынок космических запусков и научный космос. Уничтожил рынок авиаперевозок. Поставил жирный крест на мировом спорте. Конечно, российские спортсмены могут делать вид, что все ок. Но я уверена, что в душе они ненавидят Путина за это. Мечта каждого профессионального спортсмена – это Олимпийские игры и чемпионаты мира. Увеличил пенсионный возраст, а на пенсии все равно денег нет. Зато на войну есть, и в этом парадокс. Превратил Россию в страну террориста, которую теперь презирает весь цивилизованный мир. Сделал Россию лидером по количеству наложенных санкций за всю историю человечества. Сделал друзьями России всех отщепенцев. Северная Корея, Иран, Талибан, Хамас и прочий сброд. Устроил геноцид и репрессии. Увеличил рост преступности в стране. Развязал никому не нужную кровопролитную войну, на которую уже потрачены сотни миллиардов долларов. Опозорил армию. Если бы не эта война, весь мир так бы и считал российскую армию второй армией мира. Сплотил всех украинцев и весь цивилизованный мир в ненависти к России. Опозорил Россию на весь мир. И этот список можно продолжать еще. Но стоит ли? По-моему, и так все понятно. Володя, как всегда, всех переиграл.